В районе Чикаго всего один билет выиграл 1 337 000 000 долларов. Его купили на заправочной станции в Дес Плейнс примерно в 30 километрах от центра Чикаго. 53-летняя Мэвис Уонзик, мать двоих взрослых детей, до сегодняшнего дня работала в больнице. Но теперь она мультимиллионер. Планирует много отдыхать и наслаждаться жизнью. Уонзик выиграла в лотерею Powerball. Выигрыш в лотерею крупной суммы денег – мечта многих людей на Земле. Билет стоит незначительные деньги, а вероятность выиграть приличный куш манит своей перспективой. Можно получить легкие деньги, практически ничего не вкладывая, ощутить себя баловнем судьбы, подняться на более высокий уровень в своих глазах и в глазах окружающих. Риск при этом потерять свои вложения сводится к минимуму. От такой возможности вряд ли кто-нибудь откажется. Организации, предлагающих различные лотерейные игры и обещающих крупные выигрыши, великое множество. Но не все отличаются честными условиями ведения игры. В этом видео я расскажу о своем рейтинге лотерей, в которых можно реально выиграть большие деньги. На 10 месте La Primitiva. Лотерейная игра La Primitiva находится в моем рейтинге на последнем месте. Родина игры – Испания. Начало розыгрыша было положено в 1736 году, и с тех пор организация, проводящая данное мероприятие, ничем себя не скомпрометировала. Без малого 300 лет все обязательства по ведению игры и выплате выигрышей исправно выполняются. Минимальный выигрыш джекпота La Primitiva – 1,5 миллиона долларов США. Самые значительные выигрыши в игре выпадали в 2005 году – 24 миллиона евро, в 2008 году – 2,5 миллиона евро, в 2009 году – 4,5 миллиона евро. Чтобы выиграть джекпот, необходимо угадать 6 чисел. Всего же в билете 49 чисел, и сделать это крайне непросто. Если человек отгадает 5, 4, 3 числа, то он получает призы меньшей денежной стоимости. При выигрыше более 2,5 тысяч евро участник должен заплатить 20% налогов. Участвовать в лотерейном розыгрыше может любой гражданин мира, достигший 18 лет и имеющий возможность купить онлайн-билет. При покупке билета по интернету следует соблюдать осторожность. Существует множество мошенников, желающих обмануть покупателя. На 9 месте моего рейтинга лотерея Мегабакс. Мегабакс – известная лотерейная игра из Америки. Согласно статистическим данным, в очередном ее розыгрыше побеждает каждый 50-й обладатель лотерейного билета. Испытать счастье Мегабакс можно трижды за неделю. В 2004 году был сорван крупнейший джекпот в 30 миллионов долларов. Такая удача возможна в том случае, если совпадут 6 чисел из 48. Счастливчик обязан от выигрыша заплатить 40% налогов. Можно, правда, получить и всю сумму выигрыша, но для этого придется растянуть выплату на 26 лет. Организацией, проведением и контролем мероприятия занимается специальная комиссия компании Мегабакс. На 8 месте моего рейтинга лотерея Мега Миллионс. Мега Миллионс – надежная американская лотерея-рекордсменка. В 2012 году размер джекпота превысил все существующие до сих пор 656 миллионов долларов. Чтобы получить главный приз, нужно угадать 5 чисел из 50 в одном лотерейном билете и одно число из 46 во втором билете. Джекпот не выплачивается за один раз, а разбивается на выплаты по годам. Денежные призы меньших размеров можно получить, угадав 5, 4 и 3 числа соответственно. В розыгрышах может участвовать любой желающий. Тиражи лотереи разыгрываются 2 раза в течение недели и демонстрируются по телевидению. На 7 месте моего рейтинга лотерея Powerball. Powerball – популярнейшая лотерейная игра в США. Выиграть какой-либо приз может каждый 38-й обладатель лотереи. С главным призом все гораздо сложнее. Вероятность его получить может появиться у одного из 292 миллионов участников. Минимальный порог джекпота – 40 миллионов долларов. Самый крупный главный выигранный приз Powerball составил 590 миллионов долларов. Произошло это знаменательное событие в 2013 году. На 6 месте лотерея Бинго. Из российских лотерейных игр довольно популярна лотерея Бинго.
Денежный фонд этой игры, конечно, несопоставим с американскими аналогами, но игроков частенько радуют выигрышами. В бингу можно выиграть деньги, недвижимость и автомашину. Размер максимального джекпота – 30 миллионов рублей. Игра проходит в несколько туров. Самый главный приз, он же джекпот, получает обладатель билета быстрее других, угадавших все 24 числа. Игра транслируется по телевизионному каналу НТВ по воскресным дням. За ее проведением наблюдает тиражная комиссия. На пятом месте лотерея «Спортлото». Посередине моего рейтинга стоит азартная игра «Спортлото». Начало ей было положено еще в СССР. Игра вмещает в себя две лотереи. Розыгрыш первой 6 из 49 проходит еженедельно, один раз. Розыгрыш второй, Кена Спортлото, ежедневно, 12 часов ночи. В первом случае угадавший 6 чисел может получить несколько миллионов рублей. В этой лотерее существуют еще и второстепенные призы для угадавших меньшее количество чисел 3, 4 и 5. Во втором случае Кена Спортлото следует отгадать как можно больше правильных чисел в ставке. Максимальный суперприз Кена Спортлото 10 миллионов рублей. Его можно получить, если угадать 10 из 10 чисел лотереи. Четвертое место и лотерея РЖД – Российские железные дороги. Российская лотерейная организация РЖД дает возможность каждому пассажиру поезда получить солидный выигрыш. Если обладатель железнодорожного билета купит дополнительную наклейку, то он сможет участвовать в розыгрыше лотереи. Сумма самого крупного суперприза составляет около 12 миллионов рублей. Такой выигрыш может получить обладатель лотереи наклейки, у которого все числа железнодорожного билета и числа наклейки совпадают. Компания лотереи РЖД занимается благотворительной деятельностью, помогает больным детям. 10% средств, вырученных от продажи лотерей, отправляется в специализированные детские лечебные заведения. Все данные о проводимых тиражах контролируются и публикуются на веб-сайте железнодорожной компании. Третье место и лотерея жилищная. Испытать судьбу можно даже онлайн на сайте 100Лото. Государственные российские лотереи позволяют выигрывать квартиру или большую сумму денег. Жилищная лотерея идеально подходит для тех, кто мечтает о собственной жилплощади. На билетах изображены два поля, в каждом из которых три ряда, по 5 цифр в каждом. Играя в эту лотерею, вы обретаете возможность стать обладателем одной, двух или трехкомнатной квартиры. Совсем недавно организаторы пережили неблагоприятные времена, но сегодня ситуация на рынке жилья стабилизировалась. Выигрышные комбинации. Собрать комбинацию из выпавших чисел в одной строке быстрее всех. Собрать все цифры одного поля первым. Собрать все цифры в двух полях. Проигрывают все, в чьих билетах есть хотя бы одно невыпавшее число. Чаще всего в карточке остается от 3 до 4 незакрытых цифр. Второе место и русское лото. На втором месте моего рейтинга стоит всероссийская лотерейная игра «Русское лото», зарекомендовавшая себя с хорошей стороны. В тиражах лотереи разыгрываются деньги, автомашины, недвижимость. За небольшую сумму, которую стоит билет, в русском лото можно получить довольно значительные денежные призы. Сумма однажды выигранного джекпота равнялась 29 миллионов рублей. Такая крупная удача возможна при совпадении 15 чисел билета с вытянутыми бочонками из лототрона на 15 ходу. Первое место и лотерея Гослото. Гослото – фаворит среди лотерейных азартных игр России. Организатором данной игры является компания 100Лото. Именно в лотерее Гослото были выявлены крупнейшие выигрыши за все время существования российских лотерейных игр. Самые значительные выигрыши в лотерейной игре выпадали на 2009 год – 100 миллионов рублей, в 2009 году – 35 миллионов рублей, в 2013 году – 60 миллионов рублей. Билеты Гослото можно приобрести в любом регионе России и лотерейном онлайн-магазине. Дорогие друзья, для канала важна ваша поддержка. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Если хотите поддержать канал финансово, ссылка в описании. У меня также есть Boosty, на котором контент будет всегда выходить раньше, чем на YouTube. Некоторый контент будет сугубо только на Boosty. С вами не прощаюсь и до встречи.